Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у нас 23 марта, и я собираюсь посеять сальвию. Сальвию я всегда выбираю красную, потому что она мне нравится больше всех. Она напоминает пламя, языки пламя, и очень красиво смотрится в саду. Я взяла высокорослую сальвию до 50 сантиметров. Вырастают эти цветы и сами соцветия до 25 сантиметров. И низкорослую сальвию, она у нас вырастает до 30 сантиметров. Сальвия — это у нас однолетник, выращивается через рассаду. Вот. И конец марта — это прекрасное время для того, чтобы посеять ее на рассаду. Сейчас посмотрим, какие у нее семена. Для начала я открыла высокорослую сальвию. Семена у нее достаточно крупные. Посмотрите, как они выглядят. Ну, я думаю, что многие из вас их уже, конечно же, видели, и многие из вас выращивают их у себя в садах. Поскольку семена крупные, по идее, их нужно немножечко присыпать грунтом или песком, но я этого не делаю, и она у меня прекрасно растет и отлично потом цветет в саду. Так, я подготовила уже две плошечки, два сорта, две плошечки у меня с грунтом. Грунт покупной, но я немножко добавила в него вермикулита. Подготовила вот такие вот стикеры с названием того, что я сею в эту плошечку. Вот так вот приклеиваю. Делаю я их при помощи малярного скотча. Так, грунт я уже пролила слабым раствором марганцовки. И сейчас при помощи линейки я сделаю вот такие бороздочки, углубления. Ну, это больше даже для того, чтобы удобнее семена было разложить и корешкам было за что зацепиться. Вот такие совсем небольшие углубления. Так, и во второй плошечке также сделаю сразу. Грунт должен быть обязательно рыхлым, воздуха влагопроницаемым, для того, чтобы рассаде было комфортно в нем расти. Итак, грунт я подготовила, бороздочки сделала. И сейчас буду просто вот так вот раскладывать семена сальвии. Ну, конечно, чем больше расстояние между семенами вы сделаете, тем дольше будет у вас, тем больше будет времени до момента пикировки. Вот, в прошлом году, кто давно на моем канале, наверное, видели и помните, что я сальвию не смогла распикировать. Ну, как-то вот все, руки не дошли, не успела я. Вот, и в итоге потом решила просто вот из этой плошечки не распикированную сальвию высадить в открытый грунт. И, конечно же, ничего из этого не получилось хорошего. Она просто у меня мучилась, вот в таком маленьком состоянии пыталась зацвести. В общем, ее нужно обязательно потом пикировать. Так вот, я хочу разложить все семена, поэтому у меня немножко погуще получилось, но нужно было, значит, пораньше распикировать. Так, и сейчас точно так же разложу семена низкорослой сальвии. Открыла сейчас второй пакетик низкорослой сальвии. Была, конечно, очень удивлена, что у меня там всего 4 семечка. Вроде бы обычный пакетик от компании Гавриш, обычно здесь много семян, вот, но посмотрела повнимательнее, действительно написано всего 4 штуки. Ну, что делать, значит, будем сеять 4 штуки. Если бы я знала, если бы раньше заметила, то, конечно, хотя бы купила бы несколько пакетиков. Ну, зато я разложу сейчас их свободно, вот так вот в центральный ряд. Вот, и подольше не буду пикировать. Так, все, грунт у меня увлажнен. Сейчас накрываю крышечкой. Конечно, в идеале вот эти этикетки нужно убирать. Вот, но я не убрала, оставлю пока так. Вот, и ставлю на стеллаж под подсветку, под мои чудо-лампы. Вот, все подписано, чтобы ничего не перепутать. Как только появятся первые всходы, я вам обязательно это покажу. Так что подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Но в телеграм-канале еще больше информации о том, как развивается моя рассада. Так что обязательно переходите и подписывайтесь. Всем пока-пока!